Речь об этом шла на видеоконференции, которую провела рабочая группа Минстроя России. На ней выступил глава Тамбовской области Максим Егоров, который и предложил провести чемпионат в нашем регионе. Чемпионат нам даст новый импульс развития в творческой среде, в области исполнительного искусства. Чемпионат накапливает свой след участников с подтвержденными достижениями, может стать инструментом поиска талантов и основы развития умных городов. Максим Егоров отметил, что Тамбовская область имеет хорошую транспортную доступность со столицей и готова создать все необходимые условия для проведения чемпионата.